А чтобы экспонаты нашей коллекции выглядели особенно эффектно, мы добавили скрытую подсветку. В своем интерьере я отказываюсь от использования люстры, так как потолки достаточно низкие, и использую светильники направленного света, которые можно изгибать в любую сторону, чтобы подсвечивать комнату. Мы их устанавливаем в нижнюю часть полки. Они будут служить хорошей подсветкой как узора, так и комнаты в целом. Накладные светильники, которые мы монтируем в полку, имеют подвижную ножку и поворачиваются в разные стороны. В гостиной, где находится библиотека, необходим локальный свет. Лампы возле дивана и возле кресла позволят Антонине Павловне и Александру Сергеевичу читать книги одновременно. В детской части комнаты мы устанавливаем торшер-журавль с мягким тканевым абажуром. Направление света можно корректировать. В комнате нет люстры, но двух настольных ламп, торшера и 19 спотов вполне достаточно, чтобы осветить помещение в 20 квадратных метров. Кстати, подвеска не только высвечивает экспонаты витрины, но может быть использована в качестве дежурного света, когда малыш будет спать.